Добрый день, сегодня я представляю вашему вниманию обзор на саундбар LG SL5Y. О наличии в магазинах и выгодных ценах вы узнаете, перейдя по ссылкам в описании под видео. Саундбар LG с технологией DTS Virtual X создает звук с впечатляющим эффектом присутствия. С помощью трех фронтальных динамиков и сабвуфера, технология DTS делает эффект присутствия еще более ощутимым, а звук обволакивает вас со всех сторон. Модель обладает общей выходной мощностью 400 Вт. Это указывает на возможность обеспечить очень громким звуковым сопровождением даже вечеринку в загородном доме. Звуковая панель обладает мощностью 180 Вт. Отдельно стоящий сабвуфер мощностью 220 Вт. Он обшит в корпус из дерева, препятствующий появлению вибраций. Аудио высокого разрешения выдает высокую частоту дискретизации и глубину бита, с которыми звук становится более четким, а впечатления от прослушивания доставляют еще большее удовольствие. Саундбар имеет различные входные разъемы и дополнительные опции, такие как HDMI, оптический кабель и Bluetooth. Транслировать музыку на саундбар можно напрямую через Bluetooth с вашего смартфона. Также саундбар LG можно с легкостью подключить к вашему телевизору через Bluetooth и оптический кабель. Устройство можно монтировать на стену или устанавливать на горизонтальную поверхность. Проанализировав отзывы реальных пользователей, начну с отрицательных. Отсутствует в комплектации кабель HDMI ARC. Нет защиты от случайного подключения соседей. При смене устройств необходимо по новой выставлять уровень звука. Далее речь пойдет о положительных отзывах. Громкий, чистый звук, небольшая стоимость. Моментальное подключение к телевизору, все быстро и понятно. Звук при просмотре фильмов шикарный. Лучший по соотношению цена-качество. Быстрая доставка, качество сборки тоже на высоте. В заключение можно сказать, что LG SL5Y – это идеальный выбор для тех, кто хочет приобрести высококачественный саундбар, не разорившись на покупке. Благодаря потрясающему звуку и доступной цене, легко понять, почему эта модель является популярным выбором среди покупателей. Сейчас идут распродажи на данный саундбар. Ссылки на самые выгодные цены я оставлю в описании под видео.